Вот еще одна красота. Клен после пересадки из земли достал рельеф камня. Вон там в глубине, да, вот эта линия. По-своему смотрится эффектно. Да, оставляю вот такие вот бордюры открытыми. Во-первых, здесь, чтобы и камень было видно, да, вот он прям. Видно, да, здесь это все потом отмоется. Вот так аж, ну, корни поднялись. А историю оставляю вот это вот с места, да, для того, чтобы вода потом оставалась. И, ну, это во-первых. А во-вторых, когда начинает опять зарастать корнями горшок, да, то есть земля поднимается достаточно солидно. Так что выглядит, возможно, не очень презентабельно, но практично. Тут тоже вот рельеф камня достать получилось. Вот такая вот история. Так что пересадка очень важна в том плане, что вода хорошо поступала к новым корням, от чего будет зависеть положительный результат кроны. Этот клен и другие бонсай также есть в продаже. Не стесняйтесь, пишите. Возможно, он станет и частью вашей коллекции. Подписывайтесь на канал. Ждите новых видео.